Всем привет! У нас сегодня такая вот семейная прогулка с детками. Виталик, правда, не с нами, он сегодня на рыбалке. Будем надеяться, наловят много рыбки. А мы будем кататься. Марк на велосипеде, Марта на коляске. Марта, а ну покажи. И я на роликах. Да, Виталик купил вчера ролики. Вот такие вот ролики Виталик вчера купил. Классные такие эти колесики мягкие. Езда хорошая. Так, надеваем. У нас с Виталиком почти одинаковый размер. И у нас ролики подходят и ему, и мне. Все. Все, я готова. Марк садится на свой велосипед. Мам! И поехали. Да. Круто? Да. Так, Марта, давай. Все, классно, все на транспорте. Марк уже погнал, а это, кстати, возле нас детский садик, детки здесь гуляют, наши детки в садик не ходят, я с ними дома сижу, занимаюсь с ними, в общем, на домашнем образование пока. Все, папа ехал. Да. Марк к нам присоединяется и едем вместе. Да. Дожму немножко. Здесь такие классные крепления вообще, как на наши горные ботинки. Классные ролики. Ну что, Марк, вперед! На старт, ага, рур! Классно с детьми гулять. Можно не просто погулять, можно провести спортивное время. Весело, полезно для здоровья. Так что успехов! Хорошего вам времени с детьми. Всем пока!